46 новых школьных автобусов были торжественно вручены сегодня представителям нижегородских образовательных учреждений. Как сообщил губернатор Нижегородской области, всего с 2018 года для нижегородских школ и других учреждений были приобретены 470 новых автобусов. С передачи сегодня 46 штук полностью потребность нижегородских образовательных учреждений в автобусах будет закрыта. Когда мы делали эти автобусы, мы старались их сделать максимально комфортными и безопасными. Мягкие сиденья, подножка, чтобы дети спокойно могли зайти и выйти в автобус. С точки зрения безопасности, все сиденья оснащены 4-точечными ремнями безопасности, которые регулируются под учащегося любого возраста. Специальный алгоритм безопасности заложен в систему управления автобусом. Он не может разгоняться больше 60 км в час. Кроме учебного процесса, транспорт используется для того, чтобы вывести детей на различные соревнования. В том числе сейчас есть уникальная возможность у детей использовать пушкинскую карту, посещать музеи, театры, не только проживая в своем районе, но и при ехать в областной центр, в Нижний Новгород. Вот такое элементарное действие, как покупка автотранспортных средств для школ, возымеет очень серьезный культурный и образовательный эффект для тех школьных организаций, которые получают сегодня эти автотранспортные средства. На этом точку не ставим ни в коем случае. Губернатор области Глеб Сергеевич Никитин лично контролирует вопрос, связанный с обеспечением социальной сферы автотранспортными средствами.